Всем привет! К нам зима никак не приходит. Сегодня опять плюсовая температура. Ну да ладно, еще успеем нас и обморозить. Я ходила в магазин, то есть пошла мужу обрезать рубашка пола. Ну и думаю, зайду-ка я возьму горошка с кукурузкой. Я тут вчера сделала крабовый салат, целый тазик, и полтазика съела сама. Так мне захотелось крабового салата. Сейчас сходила, взяла вот тоже кукурузы, горошка, крабовых палок. Немножко так уже буду закупляться к Новому году, чтобы потом не бегать и ничего не забыть. Вот. Зашла сейчас 7 хлебов. У нас тут есть столовая 7 хлебов. Я иногда туда захожу. Кофе из зерен Starbucks попить. Поначалу висело объявление, что с QR-кодом можно, а без QR-кода нельзя. Думаю, да я зайду, посмотрю, что за фигня. Уже захожу, никакого объявления нет и народу нет. Представляете? Так что, может быть, все это сойдет на нет. Видите, какая грязь у нас. Снега совсем нету. Грязный. А в Москве я видела прямо снег. У нас вот нету. Все сухо. Иду домой. Целую сумку вот несу с собой. Сейчас приду. Хотела вам показать. Манты можно сделать сегодня. Сварить. Но я чуть попозже. Муж приедет на обед, и я ему сварю и вам покажу, если он захочет. Ну или сама поем. В принципе, я сейчас попила кофе. Взяла кофе себе Starbucks и 3 блинчика. И теперь сытенькая, довольненькая, иду домой. Так. Дед еще не приехал. Вот такая зима у нас нынче. Декабрь. Сказали, будет аномально теплым. Ну вот результат. Все, домой пришла. Вон цельную сумку принесла. Марк, пойдем разбирать. Маркуш, пойдем? Пойдем, сыночек. Пойдем. Пойдем, мой зайчик. Пойдем, мой мальчик. Ой, сейчас тебя сломает. Ой. Так, на стол ставить уж не будем. Что мы здесь купили? Так, это чек. Так, чек. Конфеты. 284 грамма. Что-то вообще непонятно, сколько стоят конфеты. Ну, я не знаю, сколько здесь. Даже предположить не могу. Так, взяла вот такие крабовые палки Меридиан. А сколько они стоят? Это вообще как-то я потерялась. 69,98. Так, взяла вот такой какой-то детокс. Jet Detox. Зеленый какой-то. Не знаю. Да, тебе зачем сюда? Так. Взяла два теста. Пускай будет. Сейчас тесто, вот это оно подорожало. Оно потихоньку-потихоньку дорожает. Дрожжевое тесто 42 рубля. А было то ли по 36, то ли по 38. Взяла. Так, и вот никогда не брала, но взяла паштет печеночный. Это вот ГОСТовский. Со сливочным маслом. Я такую беру иногда тушенку. Она очень вкусная. Ну, то есть там нет ничего постороннего. Так. А сколько она стоит? Сейчас скажу. Так, печеночный со сливочным маслом стоит 50, ну, 8 рублей. Тут ее немножко. Так. Дяди Ванишные горошки. Сколько у нас стоит горошек?
Тоже 50 рублей. Короче, набралась. Набралась. Сразу взяла уши. Того и того. И чего еще? А, вот кукуруза. По-моему, по той же самой цене. Вкусная, кстати. Мисочку взяла. Такая у меня есть большая. Взяла маленькую. Она стоит 15 рублей. Тюк-тюк-тюк. Тюк-тюк-тюк. На, миска тебе. Так, мыло продается. Это я была в Батоне. Бразильский манго. Вот первый раз вижу, знаете, вот такое мыло. И стоит оно. И стоит оно что-то сущие копейки. Мыло 49,90. Ну, 50 рублей. Вот такой вот. Я не знаю, какое оно для себя. Мыльницы не оставляет, не оставляет в воде. Бла-бла-бла. В общем, ручное какое-то. Ручной. Ручной лепки. Так, что тут? Ну, это вам, гражданин. Пожалуйста. Попотчевать. Ну и все. Вот такие вот сегодня. А ведь пошла только одну рубашку подшить. Нельзя мне в магазины ходить. Подшила рубашку. 350 рублей. 15 минут и готова. Да, Марк? Ну, сейчас время будет к обеду. Я отварю манты. Вернее, на пару сделаю. Я тут решила провести дегустацию голубцов. Сварила пюре, сделала пюре, значит, потушила голубцы. Все сделала как надо. Все красиво, чинно и благородно. Все это запечатлела. Ага, положила все на тарелочку, думаю, ну сейчас будет дегустация. И что вы думаете? Я забыла включить камеру. Я это обнаружила, когда только уже съела все. Ну, представляете, ну что, второй раз, что ли, накладывать себе и есть? Думаю, нет, уже не буду. Так что дегустация голубцов будет в следующий раз. Ну, а сегодня я постараюсь показать и продегустировать, так скажем, мукбанг мант. Мантов, мант, или как правильно сказать, с бараниной и тыквой. Вот такие вот дела иногда бывают. Ну и что ты тут лежишь, Маруша? И вот так вот. Что ты тут чай охраняешь, сынок? Сейчас люди скажут, что ты тут лежишь у меня постоянно на столе. Да, ребята, лежит он у меня постоянно на столе. Не гоняю я его никуда. Ну как же можно? Ой, 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 Марк, отойди-ка. У меня проблема тут. Все, перегорела моя лампа. Вот как я сейчас без нее? Все, не работает. Не работает. Так, ну ладно. Тогда будем как-нибудь так выходить из положения. Так, пароварки у меня нет. Ну вот от старой мультиварки у меня осталась вот эта решетка. И в кастрюлю она так это ладненько-то вошла. Я сейчас на ней и манты сделаю в ней. Так, воду поставила. Как мне плохо без этой штуки будет. Вообще кошмар. И все. Ну, что делать? Что делать? Пусть пока закипает. Так, надо маслом было, наверное, намазать. Сейчас я маслом намажу. Что-то я рано. Так, я решетку мант... Ой, мант, говорю. Решетку смазала немножко маслом, чтобы они не прилипли. Вот. Небольшие они. Сейчас сразу положу. Сварю себе чуть-чуть. Три штучки. Не буду я больше. Вот так. И пусть они варятся. Надо пароварку или мультиварку покупать.
Или хотя бы вот эту вкладку в кастрюльку. У меня была, я дочке ее отдала. Ну, тогда у меня была мультиварка в наличии, сейчас ее нет. Все, что осталось. Еще что хочу рассказать. Я вчера была в центре там города, в центре у нас по работе. И уже когда ехала с управления на работу, зашла в магазин. Зашла в магазин, знаете, у нас есть одежда. Не помню, как называется на Сурикова одежда. Как же он называется? Только верхняя одежда. Ну, не суть. И мне там очень понравилось платье. Такое, знаете, спортшик. Там в основном турецкая одежда была. Но вот это я увидела. Белоруссия. Белоруссия. Фирма называется Femme. Femme с двумя «мэ». С двумя «мэ». Вот. Примерила. Прямо, ну вот оно мне так понравилось. Прямо вот, знаете, чуть не купила. Вот чуть не купила. Мне многие писали, что это, посмотрите сперва на Wildberries. Возможно, там будет дешевле. Но я как-то не прислушалась. Не прислушалась. А сейчас, смотрите, как темно. Вот нет у меня света вот этого, и все, темно. А сейчас, знаете, что-то меня остановило. Думаю, дайте-ка я подумаю. Я говорю, я подумаю до вечера. А платье стоило 6500. Так думаю, блин, что-то как-то дороговато. Что-то дороговато для ХБ. Думаю, ну ладно, поехала я на работу, но пока ехала и на работу пришла, думаю, дай-ка посмотрю на Wildberries. Ну вы что думаете? На Wildberries 2500. Я говорю, ну вот это же цена. Вот эта цена мне нравится. И вот спасибо тем, кто меня, ой, надоумил на это. Что посмотреть сперва на Wildberries. Действительно, некоторые фирмы, некоторых производителей можно там найти. Вот так. Спасибо вам большое. И все, я быстро давай заказывать. И что-то у меня не получается. Там какой-то код нужно получить для подтверждения. Да что такое? Код для подтверждения получить. Я его получить не могу, потому что я там не зарегистрирован на Wildberries. Звоню дочке, говорю, она говорит, да, нужно регистрироваться, прежде чем заказ делать. Ну вот, говорю, закажи мне, пожалуйста, вот это вот платье, скрин ей сбросила. И она мне, пока я домой ехала, наблюдала, там всего лишь оставалось 3,46 размера. И думаю, ну блин, сейчас доеду и раскупят. Ну и что вы думаете, я последнее платье забрала. Вот так вот бывает. Ну за 2,5 можно, это же не 6,5, то скидку мне там не хотели делать. Так, ну что же без света? Видите, света нету, я куда-то пропадаю. Не фокусируюсь. Так, ну ничего, варится. Сейчас я вам покажу. Даже. Все, закипело. 3 штуки. Они побольше будут, конечно. Надо их маленько, чтобы они не прилипли друг к другу. И они не прилипнут. Так вот я их отодвину. Все. 30 минут они будут вариться. Голь на выдумке хитра. Видите? Кастрюля меня это выручает. Сейчас с Леной разговаривала. Очень ей там нравится. Очень тепло и прекрасно. Сейчас с Леной разговаривала. Она же в Египте отдыхает. Я ей свой завтрак отправляю, фотографию, она мне свой, очень уж ей там тепло и вкусно, тепло, хорошо и вкусно. Ну, только деньков, конечно, мало, 10 дней это только вот, знаете, войти во вкус, разгуляться как-то, окрестности все изучить и тут уже домой возвращаться, конечно. Очень-очень это не хочется, но надо.
Так что вот такие вот дела. Мы варим с вами манты и будем их сейчас дегустировать. Я их, правда, уже один раз покушала, попробовала, не удержалась, но не сняла на камеру. Сейчас я вам покажу. Так, вот смотрите, вот такие манты получились. Я, правда, забыла купить сметаны. Ну, они и без сметаны будут хороши. Так, ну что, попробуем. Так, волосы убрать. Очки снять. Ой, горячие какие. Слушайте, прямо... Ой-ой-ой. Дегустатор из меня еще тот. Вот, видите? Ой. Очень уж хочется есть, так что терпеть некогда. Будьте тыква. Очень вкусно, девочки. Просто бомба. Просто бомба. Да, Марик? Да, это баранина. Ну, те, кто не любит баранину, естественно, для этого есть говядина и свинина. А мне нравится. Прямо такие, как мы в Турции ели. Сочные. Сметанки было бы, конечно, не помешало бы, но вот я как-то забыла. Ну и без сметаны они тоже очень вкусны. Очень вкусно. Я ем быстро. Это уже профессиональное. Потому что, знаете, если вдруг не успеешь поесть в обед, да, ты можешь вообще не поесть за сутки дежурства. Всякое бывало. Ой, вытекло все. Ой. Отлично. Прямо сочные, присочные. Прямо очень сочные. Видите, у меня тут даже натекло. Вкусные. Обязательно на Новый год закажу 3 килограмма. Килограмм 10. Видите? Ну, вот в Турции нам приготовляли, ее кубиками резали. Тыкву я имею в виду. Ну, а здесь вот она на терочке. Если было бы еще кубиками, было бы еще вкуснее. Все? Сытая? Так что очень вам рекомендую Наталью. Спасибо за ее золотые ручки. Все, скушала. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся в следующем видео.